Футбол – это яркое, захватывающее шоу. Футбол – это шквал положительных эмоций. Но табачный дым омрачает эту неповторимую атмосферу праздника. Пожалуйста, откажитесь от курения во время матча. Матч – это всего лишь 90 минут. Давайте проведем их без табачного дыма. Сигареты – это плохо, особенно на матче. Думай об окружающих, не кури на стадионе. Мне нравится дым от сигарет. Ради нашей победы не курите, пожалуйста, на стадионе. Пожалуйста, не курите на стадионе. Пожалуйста, не курите на Донбасс-арене.